Всем привет, Костелло здесь. Так, чуть-чуть давайте погромче сделаю. И сегодня мы с вами сделаем реакцию на вторую сцену после титров «Нет пути домой», который вышел в HD. Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия. Multiverse of Madness. Да, оригинально называется. Это, если что, вторая часть Доктора Стрэнджа. И я ее разбирал по кусочкам, потому что я полностью эту сцену не видел в своем мини-обзоре по «Нет пути домой», который без спойлеров, хотя там спойлеры на самом деле есть, но их не очень много, хотя на самом деле их может быть даже и много. В общем, если описать кратко фильм, который пока еще не вышел, это четвертая серия «Что если», но в формате фильма. Потому что в четвертой серии «Что если» уже обыгрывалась тема злого Стрэнджа. И вот, собственно говоря, мультивселенная безумие. Плюс еще здесь затронется тема из «Ванды Вижн». Кто смотрел «Ванду Вижн», знает, чем все закончилось. И, собственно говоря, это будет влиять на сюжет этого сиквела. Не сотворяй то заклинание. Это слишком опасно. Почему? Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума. Мультивселенная. И я надеюсь, что здесь будет злодей из первой части, который был в конце первой части. И здесь появится еще один злодей, о котором я голосил чуть ли не везде. Сейчас поймете, о ком идет речь. Эта концепция, которая нам известна, пугающе мало. Я его, скажу вам по секрету, решил оставить даже здесь в комментариях. Ругательство над реальностью. Последует кара. Инсепшн. Это был единственный выход. Но никогда я не желал, чтобы все вот так обернулось. Короче говоря, это я более чем уверен, последствия того выбора, который Стрэндж сделал в конце, когда решил исполнить желание Питера, чтобы все забыли о том, что он Человек-паук. Ништяковые на самом деле логотипы. Смешали старые и новые. Ванда. Ванда. Я знала, что рано или поздно ты объявишься. Сколько зим? Я оступилась, и пострадали люди. Я здесь не из-за кризиса в Вестфилде. Ну, пострадали люди, это мягко говоря, но тем не менее, Агату Харкнес, все же ты смогла победить. Тогда что тебе нужно? Твоя помощь. С чем? Овцы. Что ты знаешь о мультивселенной? Интересно, играет ли здесь какой-нибудь символизм? Вот эти вот овцы. Так, кто эта девушка сзади? И вот это кто? Мне жаль, Стивен. Вот он этот брат. Надеюсь, это он, ты понимаешь. Главное... Почему-то мне все время кажется, что его зовут Бальтазар, но его, по-моему, зовут не Бальтазар. Просто... нашей вселенной... Вот, ребят, собственно, о ком я сейчас и говорил. Знакомьтесь, Шумагарат, о котором я впервые узнал, честно вам скажу, из игры Marvel vs. Capcom 3. Не из комиксов, из игры. Это ты. Ситуация вышла из-под контроля. Злой Стрэндж, хорош. Но опять же, эта тема была обыграна в «Что если» четвертая серия. Очень, на самом деле, странно локализировали название в мультивселенной безумии. Почему не просто мультивселенная безумие? Почему обязательно «в»? Неподходящее название, честно скажу. Пойду ли я на эту часть? Хз. Хз. Может быть, пойду, может быть, не пойду.
Ну, на самом деле, я бы не назвал это прям эпичным событием, как это было, например, с... Скажу с чем. С Мстители Финал или с Человеком-пауком, которые действительно для меня были важными событиями. То есть, с одной стороны, это можно смело пропустить, но с другой можно исходить, посмотрим, короче, нужно еще до этого момента дожить. Может быть, получится как с Вечными. Вечными я решил, я Вечных решил пропустить. То есть, посмотрю их у себя дома. Вот, на этом все.